Всем привет! Мы с вами делали вот такие три пары сережек в предыдущем мастер-классе. Я вам показывала, как их можно сделать своими руками. Ну, я немножко их не доделала, поэтому я решила вам уже показать окончательный вариант, что у меня вышло. То есть я покрасила вот эти верхушки, вскрыла лаком обычным для ногтей, и посмотрите, что у меня получилось. Мне захотелось вам показать, как красиво и необычно получилось. Подобрала цвет лака под цвет вот этих бусинок, у меня получился нежно-нежно-голубой, а вот здесь я использовала серебристый цвет, здесь использовала вот такой фиолетовый. К сожалению, у меня вот таких фиолетовых бусин не было, но приблизительно подобрала цвет под бусинки, чтобы хотя бы немножко соответствовал. И в общем, у меня получились вот такие серьги. Мне очень хотелось с вами поделиться, поэтому я записала вот такое небольшое коротенькое видео и показала, что же все-таки у меня в конечном итоге получилось, потому что я сделала по одной сережке, чтобы быстренько сделать для вас мастер-класс, и не успела их доделать, но уже, конечно же, решила показать то, что у меня уже получилось в самом-самом конце. Если вам понравилось это видео, я жду ваших лайков, комментариев, репостов. Мастер-класс на создание вот таких сережек, ссылочка будет под видео в описании. Можете кликать по ней и проходить на видеоурок.